Новый Торг. Один из древнейших городов Новгородской республики. Основан более 2000 лет назад. Сейчас известен также под именем Торжок и принадлежит Тверской губернии. Это был, по сути дела, торговый град, торговое поле, место, куда сходились для мирного обмена разные племена, люди разных родов, народов из разных весей. И было это место благоприятным и благословенным. Во времена Великой Отечественной войны фашисты бомбили Торжок с особой ненавистью, с особым остервенением. Они хотели отрезать верхнюю и нижнюю части города от сообщения. В то время через реку Тверца был единственный мост, соединявший Нижнюю Тверецкую набережную и площадь 9 января. Ныне он пешеходный. Бомбы рвались вокруг моста, попадали в соседние дома, но мост так и не был уничтожен. Можно сказать, заколдован, заговорен от всякого врага посягательства. И сейчас этот мост через реку Тверца служит излюбленным местом встречи людей, которые друг друга любят, людей, которые готовы создать семью, да и просто место прогулок и встреч. Одно из знаменитейших мест и важнейших мест памяти моего рода, моей семьи, это церковь во имя святого Климента Папы Римского, которая находится буквально в 100 метрах от центральной площади города. Она знаменита тем, что в ее подклете находилась знаменитая школа иконописи, Тверская школа иконописи, которая считается ныне утраченной. Редкие сохранившиеся образа тех времен занимают особо почетное место на иконостасе Борисоглебского мужского монастыря. Но сейчас практически нигде невозможно найти ни фресок, ни исконных образов Тверской школы, ни списка с них. Мой прадед Федор Федорович Фролов, печатник из Торжка, как раз учился там до революции, до Октябрьского переворота, до того времени, как храм, а с ним и школа иконописи были упразднены. Позднее в этом храме находились слесарные мастерские. И сейчас до сих пор здание не передано Тверской епархии. Возможно, это к лучшему, так как таким образом оно сохраняется в первозданном виде. И те остатки пыльной древности, которые в нем есть, остаются нетронутыми.
Все мы знаем варварство так называемой реконструкции, так называемой реставрации исторических зданий, когда исконные и изначальные места, исконные и изначальные элементы декора просто-напросто уничтожаются и заменяются чем-то другим. Примером тому служит замена ступеней на паперти разбойничьей церкви в городе Твери, считающейся, между прочим, уникальным памятником архитектуры XVII века и считающимся в том числе также первой каменной постройкой в городе Твери. На самом деле это не так, есть гораздо более древние здания, но по официальным источникам именно разбойничья церковь является самым старым каменным зданием в городе. Вопрос, если это так, зачем нужно было менять ступени на паперти? Зачем нужно было менять ступени, ведущие в храм, с мраморных на кирпичные? Изначально они были мраморные, но по какой-то причине сделали кирпичные. Какова цель этих подмен? Неясно. То же самое происходит везде.